Всем привет, мои дорогие! Я немножечко задержалась в этот раз с очередным видео, в том числе с результатами конкурса. Но те из вас, кто подписан на мою страничку в Instagram, знают, что я просто ненадолго отлучалась, у меня был небольшой отпуск, и сейчас я вернулась и готова огласить результаты конкурса в конце этого видео и узнать, кто же из вас получит баночку замечательного кокосового масла от Tropic Oil. Наступила осень, и наверняка у многих из вас, как и у меня, остались такие летние вещи, с которыми просто не хочется расставаться. Это могут быть какие-то просто любимые летние платьицы или же вещи, которые вообще мы не успели даже поносить. Так вот, не обязательно прощаться надолго с этими вещами, убирать их куда-то далеко. Можно попробовать использовать их в своих осенних или зимних образах. И в сегодняшнем видео я покажу вам, каким образом я буду использовать свои любимые летние вещи в более холодное время года. Итак, наверняка у каждой второй девушки после этого лета остался в гардеробе такой модный тренд, как платье-комбинация. Одно из таких платьев есть и у меня, с которым не очень хочется расставаться. И на самом деле такое платье-комбинация достаточно легко интегрировать в зимний гардероб. Мое платье немного удлиненное, поэтому оно будет смотреться очень стильно с сапогами-ботфортами и объемным свитером сверху. Еще один вариант для такого платья – это удлиненный жакет и туфли на высоком каблуке. Такой наряд уже больше подойдет для выхода на какое-нибудь мероприятие, и смотреться это будет стильно и, самое главное, по сезону. На самом деле вариантов сочетания такого платья вообще существует огромное количество. Просто большинство из них, наверное, подойдут все же под южноевропейскую осень, поэтому рассказывать про них не буду в этом видео. Потому что довольно часто в комментариях вы напоминаете мне, что в России все-таки холоднее, и некоторые образы совсем не подходят для российской зимы. Ну а совсем легкие и более укороченные комбинашки можно надевать с теплыми кофтами, кардиганами, может быть, даже подпоясывать это каким-то тоненьким ремешком, или также надевать под более плотный жакет. Следующий момент – это вот такие летние веселые платьюшки, которые, я думаю, тоже есть у многих из вас. И для того, чтобы придать такому платью более серьезный теплый вид, можно также поддеть под него, особенно если вы видите, что горловина у платья это позволяет, белую рубашку или же черную, если по цвету больше подходит черная. На самом деле, в некоторых ситуациях такое сочетание способно даже украсить ваше платье. И, может быть, надоевшее платье заиграет абсолютно новыми красками и будет смотреться свежо и абсолютно по-новому. Кстати, еще один совет. Если ваше летнее платье, может быть, даже с коротким рукавом или совсем без рукавов, сделано из достаточно плотного материала, то вполне возможно, оно будет смотреться очень стильно с плотными матовыми колготками и черным жакетом сверху. Попробуйте посочетать вот так платье, и, возможно, уже как минимум один образ на осень у вас есть. Ну а что касается платьев из все-таки тонкого материала, это могут быть такие летние платья-туники, которые также нам очень нравятся, и расставаться с ними совсем не хочется, то можно попробовать сочетать их с брюками клеш или джинсами клеш, подпоясав эту самую тунику тоненьким ремешком. Кстати, вполне вероятно, что в таком виде ваше платье-туника понравится вам даже больше, чем в летних образах. Ну и еще одна вещь, которую не обязательно убирать в долгий ящик до следующего лета, это какая-нибудь симпатичная любимая маечка. Такие топы с интересными элементами можно надевать под вещи, объемные вещи с огромной горловиной, которые не спадают с нашего плеча. Это может быть свитер толстой вязки с открытым плечом, или же какое-нибудь вязаное платье также с большой горловиной. И вот таким незатейливым способом ваша летняя маечка
может стать самой интересной деталью вашего зимнего образа. Такие советы от меня. В комментариях ниже делитесь своими секретами, как вы используете свои любимые летние вещи в более теплых образах. Ну и настало время узнать результаты конкурса. Итак, прямо сейчас я выберу число с помощью генератора случайных чисел, и мы узнаем победителя. Случайное число 34. Так что, уважаемый человек под номером 34, пожалуйста, свяжитесь со мной через личные сообщения в Instagram, и мы договоримся с вами, каким образом вы получите свой приз – чудесное кокосовое масло от Tropic Oil. Всем остальным спасибо за участие, спасибо за очередной просмотр. Ставь лайк, если тебе понравились мои советы. Ну и до встречи в следующем видео. Всем пока!